Скажите тогда, изюминка 2020 года, что предполагает? Это однозначно Волга. Волга, Волге, сколько лет уже? Много. Понятно. А вот изюминка должна быть, особенно сейчас, в этой ситуации. Ожидания должны быть очень высокие. Вот сидит министр экологии. Какие новые экологические тропы появятся? Сейчас вот как никогда экология на первом месте будет после вот этой закрытости, заболеваемости и все остальное. Сколько новых троп туристических появится экологических? Пусть скажет, вот он, министр. Мы будем работать над этим. Вот видите, как вы готовитесь. Присаживайтесь, пожалуйста. Мимо. На 3 миллиона туристов рассчитывают. Какие 3 миллиона? Вот в чем дело. А вот вы показывали районы там. Почему оздоровительный туризм не программирован? Сегодня не изюминка 2020 года не является. Как раз он нужен как никогда. Почему? Если не будете зажигать, вот, огни же у вас нарисованы, бренд, буква ваша. Зажигать надо.